все, что так близко, все кувырком. Как проще сказать, не растерять. Без миражей, без волшебства, мы здесь лишь на миг, пусть он звучит. Дадим слово нашим профессиональным судьям. Пожалуйста, Юрий Александрович, рветесь в бой, я вижу. Вам ну, слово. Как бы понятно, что я свои 20 баллов оставил абсолютно, так сказать, не сомневаюсь в том, что ты их заслужила. Я единственное, не потому что партнер плохой, просто классно, ты двигаешься великолепно, но просто я не уверен, сейчас, что да? Да, в этом номере это необходимо. Это мое видение, по-моему, Вася со мной согласен, я да? Я просто, ну да? Честно, я, это... вот, извините, что я перебиваю, я смог не нажать, просто в какой-то момент я закрыл глаза, к несчастью, пропустил фейерверк из-за этого. Но, опять же, как сказал, дело не в партнере, не в вашем мастерстве. Даже если бы это сейчас был весь королевский датский балет здесь на сцене, непонятно, как бы, зачем вот этот вот сурдоперевод. Это так было настолько поперек происходящего с вами и в пении. Василий, артист ну хочет вот объясниться. Да, я да. Это мой ангел-хранитель, призрак. Все понятно тогда. Да. Просто я крылышки ему обломала. Чтобы не улетел. Но это обычно женщины этим и занимаются. Итак, дорогие телезрители, поддерживайте Ксению, пожалуйста. Если вы хотите, чтобы она оказалась в финале «Новой звезды», отправляйте смс Z11 на номер 1880. Итак, это была Ксения Мирганова, Костромская область. Удачи тебе, Ксюш. Надеемся тебя увидеть в финале. Спасибо. Спасибо.